Hello? Who am I speaking to? It's CJ. Hey, Truth, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up in a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Let's start looking for them up there. Всем привет, дорогие друзья, с вами Stargame, и мы продолжаем проходить игру GTA San Andreas, и это задание не на Вузи, а на Мистера Правду. В общем, он нам позвонил из Лос-Сантоса, рассказал, что после какого-то странного мероприятия он проснулся в японской бане, и добавил, что отвез каких-то англичан, ну то есть британцев, в пустыню, в район заброшенной деревеньки, замок дьявола. И, судя по разговору в ролике, у них там у всех были нелады с головой, потому что они после этого мероприятия нифига не помнят. Ну а Мистер Правда тем временем просит нас к ним съездить, найти их, потому что они могут умереть от недостатка внимания. Ну это, конечно, я просто так, петросяничаю. А сейчас мы уже приехали на место назначения, так как я вырезал поездочку, потому что она очень длинная. И еще добавлю, что нам для этой миссии понадобится четырехдверная машина. Ну, я думаю, вы уже догадываетесь, почему. Where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidda. Who are you again? Oh, I'm a friend of the Truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking y'all? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas. Sweet? All right. Fuck off, String. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking northerners. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. Ну что ж, вот мы познакомились с этими двумя персонажами. Первого зовут Кент Пол, а второго Майкер. И да, одного из них мы встречали в GTA Vice City. Конечно же, Кента Пола, так как он все время ошивался в клубе Малибу, и Томми приходил к нему, мягко говоря, за советом. Ну а о Майкере почти нечего сказать, потому что его не было ни в одной предыдущей части GTA, но сказать о нем можно только то, что у него есть одна болезнь. Он все время любит гонять лысого. Короче, довольно-таки угарный персонаж, и мы его встретим еще не раз. В общем, сейчас нам нужно отвезти этих чуваков в казино Калигулу к другу Кента Пола, Кену Розенбергу. Это тоже персонаж из Vice City, он был адвокатом Томми и в самом начале игры давал ему миссии, и был, конечно же, с Томми до конца игры. Но по пути к казино мы заглянем на Змей Ферму, потому что по рассказам Макера они там и провели всю свою ночь. И мы должны узнать, что они там делали, все-таки интересно же. Это довольно-таки забавный момент, потому что Макер своими разговорами о еде довел Пола до блевоты. И да, когда у меня была паленая версия GTA, где не было слышно диалогов, то, наверное, все-таки да, блеванул в машине, потому что я никак не знал, когда нужно останавливаться. Ну, то есть в какой момент. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What in tarnation? I'm a fixin' to give you a whoopin' for what you gone and done to my young'uns.
Блин, ребят, вы что такое ночью тут учудили, что вас почти вся сельская местность знает? Ладно, давайте не будем вдаваться в подробности, потому что это довольно-таки противно. Давайте лучше просто отвезем этих чуваков в казино Калигулу. И да, советую вам всех убить, кто находится на этой змееферме, потому что если вы всех не убьете, то они за вами погонятся и будут гнаться до самой Калигулы, а там придется вам их уже убить обязательно. Поэтому, чтобы облегчить себе путь, убейте их сразу же на этой самой змееферме. Which casino is it? It's called Caligula's. It's on the strip somewhere, I think. Ого, какой переворот! И главное, не царапинки. Но я себя знаю, сейчас в какой-нибудь маленькой аварии я поврежу свою машину. Kent Paul, here to see Rosie. Hey, boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known, and instead... I get this! Come on, it's me, Kent Paul! Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole. Sir. You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit. With every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Macca. Oh, you twat. Unbelievable. Hey, Woolsey, I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We can talk later. Благодарю вас за просмотр, с вами был Stargame, не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, вступайте в мою группу ВКонтакте, всем удачи и пока.